Приветствую вас, мои дорогие друзья, кого привлекло внимание к моему лоту, вот на видео. Здесь у нас 1 копейка разных годов, разных номиналов. Вот, ой, номинал тут в принципе один на гривне, но разных годов. Здесь у нас по 2 копейки, вот тоже разных годов. Вот 10 копеек, также есть 93, 94, 96 и другие года. Такое вот количество, я потом в описании читайте. Здесь 25 копеек, тоже все года, есть 94, 92, 96 и остальные года, так как они вышли с обихода. Вот 5 копеек, также самое, есть 92 год, есть остальные. Вот с копилки 50 копеек, здесь только 92, 94, 96. По-моему, 6-е года тоже попадались. Я так просмотрел на быструю руку, отобрал года, и, то есть можно их реализовать в магазине. Здесь вот одна гривнёвки, все желтенькие, все латунные. Вот обычные беленькие отобрал, пойдут в магазин. Думаю, интереса не представляет. Вот такой вот лот на Виолите выставил. Вот. Все, всем спасибо за внимание.